Что это? Кратос, там что-то есть. Думаю, мы не поняли, что имели в виду нормы. У всех нас свои привычки. Твоя — бросаться навстречу опасности, чтобы защитить тех, кого любишь. Я не намерен меняться в этом вопросе. Да и зачем? Вот у меня, похоже, привычка убивать тех, кого люблю. Фрея. От тебя утешения не нет. От вас обоих. Их слова были жестоки. Мы оба не верим. Правда бывает жестокой. Кто-то хочет с этим поспорить? Нет. Но к смерти Бальдра привело многое, в том числе пророчество. Что ты имеешь в виду? На моей родине немало историй о тех, кто, пытаясь обмануть пророчество, помог ему сбыться. Так вышло, когда Фрей хотела защитить Бальдра, и когда я обвинил сына в желании отправиться в Асгард. Тогда дело ясное. Глупо пытаться убить Хеймдаля. Нет. Если нужно убить Хеймдаля, чтобы спасти Атрея, я убью Хеймдаля. Как ты можешь говорить такое, зная то, что знаешь? Если Хеймдаль угрожает жизни моего сына, я не стану ждать. Это в моей природе. Отличный ход, Нормы. Найдем врата, вернемся домой и все обдумаем. Слушай, брат, чтобы не принимать поспешные решения, может, выпустишь пару? Здесь у нас остались кое-какие незаконченные дела. Тебе будет полезно сделать паузу и все обдумать. Помнится, на озере у нас есть неоконченное дело. Хотя я с удовольствием проведу немного времени не в Мидгарде. Выбор за тобой, брат. Норны сказали что-то хорошее? Нет. Может, купите что-то подороже, чтобы отвлечься? Надо же, как удачно. Всегда рад с ними поработать. Что-то для Фреи? Что-то нужно? Что мне сделать?
Очищу инструменты. Что для Фреи? Кратос? Встречи! Могу сделать кое-что новенькое. Чего смотришь? Ты знаешь, он будет в порядке. Не знаю. Ему это было нужно. Он в опасности. А с тобой он был в безопасности, что ли? Пора. Душа извратилась. Остался лишь разум. Но после и он поддался заразе. Жизни конец, души тонут во тьме, но хранительница прислужница к тебе. Хранительница? Прислужница Одина. Он поручает ей свои самые грязные делишки. Сам я ее не встречал. Нашли сокровища Тюра? Давайте сюда, я их заберу. Расскажи мне о силе Хеймдаля.
он видит будущее? Скорее, видит людей насквозь. Понимает намерения. Моим намерением будет убить его. Понимание этого не даст преимущества. Брат, не стоит его недооценивать. Он способен предсказать любой твой ход. Если ты хочешь его сразить, нужна хитрость, преимущество. Понимаешь? Хорошо. Поговорим с гномами. А, неизбежное поговорим с гномами. Господин, у вас не найдется минутки. О нет, что же делать? Что тебе надо? До меня дошли сведения, что Нидхёк повержена. И теперь ее потомство осталось без присмотра в 9 мирах. И что? К сожалению, теперь, когда у них нет модели для подражания, маленькие негодяи скоро займутся непотребствами. И со временем эти непотребства могут привести к полному уничтожению 9 миров. Чтобы избежать подобного исхода, я прошу вас принести линдвурмов сюда. Полагаю, я смогу стать для них достойной заменой отцовской фигуры. Сейчас они, вероятно, прогрызают дыры в 9 мирах. Изловите их с помощью этого устройства и принесите мне. Обещаю, в накладе не останетесь. То есть ты хочешь сам их вырастить? Конечно. У меня есть опыт работы с трудными подопечными. Я буквально все время сражаюсь с собственными эмоциями, так что управиться с кучкой линдвормов будет проще простого. Вы хотите обсудить что-то, кроме всего этого? Насчет Нидхёк. Ты должен знать, что у нас не было выбора. Один вынудил нас. О, безусловно, я осознаю, что так называемый Всеотец приложил руку к этой трагедии. Увы, вряд ли он собирается что-то исправлять. Редкого бога волнуют ошибки прошлого так же, как вас. Прошу вас, возьмите ловушку и попробуйте поймать сбежавших линдвурмов. В общем, до новых встреч. Так, уходи! Что же нам еще обсудить? Здесь! Они здесь! Да не ори ты! Сам вижу! У меня есть все. У нас новости. О! Норны сказали, как вернуть Атрея? У нас есть план! Норны сказали, что Атрея убьет Хеймдаль. План успеть убить Хеймдаля. О! Так, ладно. Хеймдаль никогда не проигрывает, все предвидит, нежеланный гость. Будет нелегко. Какие бы преимущества у него ни были, я обязан их превзойти. Отличная мысль. Надо ошеломить его по всем фронтам. И я знаю, что именно тебе в этом поможет. Синдри, неси Драупнер. Драупнер? Но как же мы? Как же сырье? А, у нас его еще надолго хватит. В любом случае, Драупнер не оружие. Зачем бы... О, думаешь, в сочетании с... Точно! И когда он... Тогда оно... О, это просто блестяще. Хорошо. Видимо, тогда остается только... достать Драупнер. Драупнер? Так и знал, что вы его умыкнули. А Один винил меня в его пропаже. Драупнер украли они? Ничего мы не крали. Просто забрали обратно то, что никогда не следовало дарить. Как это поможет убить Хеймдаля? Можешь даже не гадать. Это будет сюрприз. Мы ж творцы. Но чтобы хранить Драупнер, вам нужно... Так о чем? Ты хочешь убить Хеймдаля? Насилие порождает насилие, Кратос. Уж ты-то должен это понимать. Мне не важно, что ты думаешь. Мой сын в опасности.
Я никому не позволю ему навредить. И развяжешь войну. Сам. Тебе скучать. Нашел! Надеюсь. Мы переживаем за твоего сына, но мы... Хватит! Хеймдаль опасен не только для Атрея, но для всех. Он левая рука Одина, и у него рог, вестник Рагнарёка. Если есть возможность убить его... Скорее всего, это ловушка, потому что ублюдок в курсе твоих намерений. Кратос, еще никто и никогда не сумел его ранить. Ни разу. Ну, я собрал все, что нам пригодится. Сколько нам ждать? За остальными материалами надо идти в Свартальфхейм. К тому же придется навестить... Деву. То самое. Кратос, как будешь готов? Дева. Понятия не имею, о чем он, брат. Я знаю, что ты желаешь, но, если честно, мне не понравилось то, кем я стал в прошлом походе. Я не хочу окунаться в насилие, которое он несет. Вы оба несете. Прости. Ты готов? Жаль сокровищницу Тюра. Я куплю все, что вы оттуда принесли. Только сейчас я понимаю, сколько мелких дел у меня было из-за хранения Драупнера. Мне нравилось переплавлять кольца в золото, но... Полагаю, запасов нам до конца Рагнарёка хватит. Зря сказал. Жду снаружи. Что ж, пора навестить Деву. Дальше давай я. Ну, нет уж. Это все я придумал. Я с ней поговорю. А то я ни единого раза с ней не встречался. И на то есть причины. Брок пойдет. Что? Не-не-не-не. Так, я должен. Слыхал его? Вот. Не суетись, все пройдет как нельзя лучше. Что за... Ах вы, вонючие козявки. И это нас остановит. А вот же хрена с два! Что это такое было? А, просто Синдри хотел выпендриться. Ну, как обычно. Да нет, врата! Что не так было с вратами? Да, скорее всего, кто-то из Нидавеллира решил нам подгадить. Вероятно, после того, как вы там шлялись туда-сюда. Но не волнуйся, башка. Брока так просто не подловить. У меня на примете есть старые ходы, которые эти ублюдки и не подумают искать.
потому что не додумаются. Брок, где это мы? Ну, вам сюда. Это старый служебный туннель. Идет прямо к кузнице. Там мы встретимся. Все, валите. Брок. Исчез. Ты точно уверен, что он для этого подходит, брат? Я ему верю. Он говорит прямо. Итак, цветисто. Необычная поверхность. Эльфийская, да? Это может легко вспыхнуть. Вот. Если будем работать слаженно, то когда-нибудь так сгорит и Асгард. Это не моя цель. Но, возможно, это твоя. На что вы намекаете, госпожа? Ни на что. Вот бедолага. Зачем было тут прятаться? Нечто в туннелях пугало его больше, чем смерть от голода. Неразумное решение. Страх неразумен. Thank you.
Теперь понятно, почему это заброшенный служебный тоннель. Снова масло. Удачно разлилось масло. Наверху! Убей его!
Прощай! Послушай, ты должен позволить мне занять место Брока. Он не может разговаривать с дамой. Не должен. Нет. И больше не проси. Но... О, нет. Он не виноват, что Атрейс сбежал. Или это ты за Брока заступаешься? Ну вот опять! Ты снова на что-то намекаешь? А что, умнейший из живущих никак не догадается? Великаны скрывают загадочную личность, которая изменит судьбу Рагнарёка. А у вас под носом единственный подходящий кандидат. Тот, кто выиграл войну с богами. Я не их воин. Ну, каждый имеет право на свое мнение. Да!
Кажется, эти ворота как-то связаны. Попробуй разбить дальние крепления. Стрелы печати со льдом тоже нравятся. Же вцепилась эта жуть в туннеле. Гномам будет очень непросто их отбить. Нам надо открыть одни из этих ворот. Уже видели такие желоба, брат. Воду можно направить так, чтобы колесо крутилось. Получилось. Пойдем.
Идем! Это твое мнение. Из-за него ты решила ко мне присоединиться? Ты ждешь, что в Рагнарёк я возглавлю твоих воинов? Это дело Тюра, а не мое. Очевидно, что Тюр больше не бог войны. И я тоже. Это уже в прошлом. А вот убийства богов нет. Или зачем мы тогда в этом мире? Ты сам решил выковать это орудие, зная, зачем оно нужно. Я только хочу защитить. Я знаю. Знаю. Мы оба понимаем, куда это может тебя довести. Стрелы печати тут не сработают. Эти злобни одержимы кошмарами. Они будут становиться все сильнее, если их не оглушить. Алка! Даже я почувствовал.
Берегись, Кратос! Робин плюнул тебя ядом! Убей его скорей! Альба! Ничего себе! Мать Атрея была великаншей, ведь так? Она была из йотунов. Да. Я не имела в виду, что она была размером с дом. Я знаю, что не все великаны высокие. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от других по размеру. Или числу конечностей. Совсем ничего. Смотри. Теперь можно открыть другие ворота. Почему ты спросила? Я просто подумала, что Один много поколений истреблял великанов. Чуть было дважды не уничтожил их род. А теперь, вероятно, ты можешь помочь это остановить. Не думай, что твоя жена этого бы хотела. Не думай, будто знаешь, чего она хотела. Ты об этом сам уже давно думал. Она ведь сказала, тайна окутывает каждый твой шаг, так? Может, если бы ты озвучил свои опасения, они бы не прорывались в разговоре с сыном? У меня нет опасений. Она знала о моем прошлом и никогда не попросила бы о подобном. Зачем просить? Она видела твою судьбу. Трое отпрысков... Это лишь домыслы. Довольно строить догадки, госпожа. Между прочим, каждый из нас пытается внести свою лепту. Ты прав. Не мне это говорить. Вот и задача их боя, и они очень злые. Левее!
Так, кто хочет на свежий воздух? Все? Я так и думал. Уже близко, я чувствую. Я не хотела злить тебя или порочить твою супругу. Но мне кажется, что твои мысли не поспевают за твоими инстинктами. Это чувство мне знакомо. Когда мы выберемся, я от тебя отстану. Подумай как следует о том, что значит сделать такое оружие и использовать его. А я постараюсь разузнать что-то еще, пока мы здесь. Может, отправлю парочку Эйнхериев в Вальгаллу? Ну, развлекайся. О, добрались. А вы не спешили. У меня тут все готово. Теперь надо выдвигаться к кузнице. Палки! Иди куда хочешь, но кузница не там. Почему мне кажется, что ты к этому руку приложил? Этот ингредиент был в рецепте. Как они сюда добрались? Они были видными путешественниками. Яри родился в Мидгарде. Он должен был стать воином, найти себе жену, встретить доблестную смерть. Но он все это отринул и ушел. Он выбрал свой собственный путь. Я не удивлюсь, если мы обнаружим их метки и в других мирах.
Сказал ведь, иди за мной. Ладно, посмотрим, что ты там найдешь. Эй, а попробуй засунуть туда руку. Мастер Мин! Да я пошутил, безмозглый ты капуст! Эй, урод! Пропадай! Доброе утро! Ну и что ты сделаешь? Убьешь меня? Да кто только не пытался! Мужчины, женщины, даже собаки! Спасибо и пожалуйста!
Между прочим, когда мы пришли, так и было. Ну, конечно. Не просто же вам было сюда добраться, да и Тюра вытащить. Головой у него беда, да. А вот как с кухни моей достать, так сразу все в порядке. Скорее сбей гнездо, а то эти морганы на тебе залезут! Недомерки. Неудивительно, что все заперлись. Эй! Я к тебе обращаюсь! Встань!
Сейчас уже почти. Вот. Ну, заходи, незнакомец. Никогда не привыкну к этому фокусу. Там местные. Веди себя культурно, и, может быть, никто не поднимет тревогу. Да хватит вам нытики недоделанные. Напялят свои защитные доспехи и тряпнутся. Что вы, никогда живой легенды не видели, что ли? А вот это нехорошо. Видишь, в чем засада, да? Эти летающие глазюки сделали гнездо на канатах. Надо придумать, как туда забраться и прогнать их. Колесом наверху. Хрен знает, как до него достать. Можешь для начала выжечь всю эту дрянь. А, наверх не залезть. Погляди-ка, вдруг есть какой-то способ запустить подъемник. Другое дело! Погоди, я сейчас! Брат, ты заметил, что гномов в лагере намного больше встревожил Брок, чем ты? Они как будто удивились. Так, теперь я поверну маховик и заткну тот гейзер. Подай сигнал, как будешь готов. Давай. Сейчас! Давай! Сей момент! О! Осмотрись! Выбери место! Ты же обычно так делаешь! Еще раз! Так точно! Да,
Да, неплохо. Еще раз. Так точно. Ну, наконец-то! Прямо в яблочко! Надо найти другую позицию. Еще. Ворота открыты. Теперь иди и займись канатами. Пошли, Ева ждет. Эй, вот тебе еще одна загадка. Больше убавляешь, больше становится. Так, сейчас. Это что-то абстрактное. Может, аппетит? Нет, не подходит. И впрямь дубина. Как остроумно. Балбес. Приз. Захвачу немного для дамы. Чего захватишь? Ветра? Нет, идиот. Звука ветра. Как? Смотри и учись. Магия гномов основана на нематериальном. На тонкой связи между тем, что ты можешь потрогать и что нет. На осознании. Осознании чего? Того, что природа вещей куда важнее их формы. Постой! Что-то не так. Дама. Дева кузницы. Во всем этом мире нет создания более чудесного. Я мечтал увидеть ее еще с тех пор, как был ростом Нёкки по колено.
А Синдри ни в какую. Говорил я слишком неотёсан. Но этот день наконец настал. У-у-у! Аж мурашки бегут по мозолям. Брок, никогда не видел тебя в таком благоговении. Ты взволнован? Стоп, заткнись! А нет, иди нахрен!